Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, легко фитурный следователь Кирюша Варфач и наши подписчики! Добро пожаловать на спуск в GTA 5 онлайн! Он у меня аж пропал от своего А ты у меня аж дисторсингом вообще начал говорить. Так, слушайте, так вообще иди, пацаны, смотрите, как спускается. Самое главное, первым просто вырваться и все. Стой! Стеночки! Что такое, Толь? Олег, а ты обрати внимание на карту теперь. А что такое? Ну, обрати внимание просто. А ты не мог пораньше сказать, нет, Боня! Ты не мог пораньше сказать, ну ё-моё! Я в самый низ спустился! В самый низ, Толя! Олег, это ты в левую стенку ударился? Да, это был я! Ну ё-моё, ну Толя, нельзя было пораньше сказать, реально, а? Не, ну засранец вообще еще тот, конечно, а? Подожди, навстречу едут, вы чё? Не-не-не-не-не-не-не, тихо! Ну тут вообще есть за счет того, что тут как бы эти, да как его, стеночки невидимые. Да. О, Толя! Толясь! Да блин, да ну спокойно! Тихо! Я понял, да. Не, ну все, вообще на эти спустился на самом. Так, разворачиваемся и поднимаемся. Редлик, отстань от меня, Редлик, все, не надо меня трогать, Редлик. Я видел тебя вживую. Да, мы знаем теперь, как ты выглядишь. Тихо! Ну чё за пробка, я не понимаю, как? И чё, как мне теперь перевернуться, ё-моё? Ну куда? Стой! Вот так вот! Нормально еду, нормально. Ну как-то вроде как, каким-то образом, да, как сейчас на трассу, самое главное, встать. Я в самое начало, короче, тут уже проще реально с самого начала просто начать и всё. Аккурат, Кирюша покатился. Кирюша покатился. Оп, давай. Вот, хорошо. Здорово, ребята. Нет, нормально. Ну что, видите, вообще легкотня. Вообще легкотня. И я что-то даже никакого приказа-то не чувствую вообще особо туда. Да я не знаю, был он или нет, так что как бы, ну, вообще, о чем тут говорится? Ну, я знаю, я понимаю. Давай, Редлик, поехали вниз, прокатимся с тобой, давай. Че, как поднялся наверх, да? Поднялся наверх, да, Редлик? Ребята, ловите меня. Не туда едет. Давайте! Не хочу ловить! Ой! Блин, а зачем здесь стенки поставили, я не понимаю. Это же все было намного интереснее. Так я же, это же было намного интереснее, если бы не было стенок. Я не понимаю, зачем их тут поставили. Да ты что? Ой, как заговорили-то! Понятно все. Ну тут стенки везде, я не понимаю вообще как. Ну меня цементовоз падает. Нормально. Да господи, куда рифер едет? Да. Реферочек, давай его. Реферочик, не получилось. Опа, не получилось, да? Так, ну все, слушайте, мы быстренько пройдем этот спуск. Слушайте, на самом деле, с тем фактором, как часто мы страдаем вообще на спусках, это очень странно запускать такие спуски, как во мне. Реально, это слишком... Да ё-моё, да дайте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Да ё-моё, да где я вообще, я не понимаю, дайте, пожалуйста. Плюс-минус в честь дам 8 марта. Не, ну на самом деле, как вы понимаете, да, иногда такие спуски запускают чисто покайфовать надо, такие, знаете, ну, чисто изичные такие, да, как бы, да. Ну не каждый же раз нам бомбить, страдать, напрягать голосовые связки, сами же понимаете, да. Вот, так что нормально. С пивком потянет, как говорится, друзья, вот, поэтому сейчас поднимемся, оп. Оп, давай. А это кто у нас на беленьком? Кирюша, а? Да. Кирюша, куда вы уезжаете, а? Опа! Покидывал. А, в смысле, это не ты, что ли? Это был ты? Нет. Гармот, блядь. Ой, слушайте, на маленькой машинке спускаемся. Вот забавно, как зарел. Ой, Кирюша, что такое? Ой, эй, тихо. А чё я так несёт, я не понимаю. А чё я так несёт-то, а? Опа!
Я ничего не вижу. Ничего не вижу. Да господи, да что ты, ё-моё, да что с тобой такое? Что с тобой? Да что у меня машину носит? Ну давай, спасибо. Не, вы еще на маленькой машинке не были, пацаны. Вот вы как дойдете, да? Как с Султапа доедете, так напишите. Меня назад откидывает, да что? Да где я вообще, я не понимаю. Слушайте, на самом деле на маленькой машинке... Нет, от первого лица нифига не лучше. Да что происходит, я не понимаю. Она прикольная, но тут вообще ничего не понятно. Она то так, то сяк едет. Тут вообще по-разному на самом деле. Да, она даже на колеса встать не может вообще никак. Да ё-моё, да встань ты на колеса. Ну чё ты, а, ломаешься-то? Ну, о-о-о-о-о-о-о-о, хорошо. Итак, слушайте, пацаны, 8 чекпоинтов из 28 за 5 минут. Мы это пройдем меньше, чем за 30 минут, понимаете вообще, да? Я говорю, для девочек. Легкотня, реально, реально для девочек, пацаны, какой-то. Надо это в чатик написать, да, про это, понимаю. Понимаю, согласен, согласен. Ну, с этим соглашусь. С этим реально соглашусь. Да, а да, что это за козявки такие спускаются? Маленькая. А что это за козявки такие спускаются маленькие, а? Вот так вот. И поехали давай! Так, сейчас погоди, сейчас я чекпоинт возьму, поспрашиваю у них, что за фигня там такая. Что-то не отрабатываю, слушай, на самом деле. Ну, слушай, я написал им там, короче, пару сообщений, поэтому как бы... А ничего не изменится, они же просто не могут. Ну да, я понимаю, да, я понимаю, как бы, Толя, понимаю. Опа, давайте, вот так. Но вот, Олег, ребята, Олег, просто медали. Бля, я покончил с собой. То есть здесь людям, которые поднимаются наверх, теперь намного сложнее, чем люди, которые вниз едут. Ах, да, 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 конечно. То есть тут типа прям интуитивно. А как оно взорвалось, я не понял, как? Ну сейчас, они там сказали, что сейчас 69-й приказ оформит. Ну давайте, ребята, посмотрим, как вы его собрались это оформлять. Если стало грустненько, Кирилл. Ой, тихо-тихо-тихо, Кирюша, здравствуйте, а что вы тут делаете? Оба-на, по стеночке поехали, оба-на, оба-на! Нет, о, хорошо, нет, путаешь, да я только вперед отъезжаю, меня сразу этот ветряк, еще, а что случилось-то, а? Машина, короче, походу, сгорела. Опасность представляет только ветряки, пацаны не представляют никакой, ну, да, опасности. Впервые, на самом деле, такое, впервые просто, а! Слушайте, а мне даже нравятся такие спуски изёвые проходить вообще, слушай, да? Мне тоже, можно почти. Ничего, почитать. Ничего вот делать особо не надо, так что вот как бы... Вот на такие, ну, я готов приходить. Видишь, девчать пишет, самолетов нет, так у вас тут на изи. А чё без самолетов слабо? А чё без самолетов слабо? Реально вообще слабые, а? Нормально мы за кибербуллили чисто подвинчиков, нормально, да? Ой, Толя! Ну куда ты едешь, а? Ну куда ты? Глаза разуй, а чё навстречку выезжаешь-то, ну? Ну ладно, ребят, ну я же пошутил. У них вообще ничего не получается. Ой, там они уже по своим начинают. Ова! Давай, поехали, скользим, скользим. Ема, четко ушел, хорошо. Не получается, ребята, да? Да забей вообще. Да забей вообще, они вообще, у них ничего не получится. Вот просто реально издеваемся над подписчиками сегодня, ребята, видите как, а? Они просто, они, понимаете, они душат нас каждую серию, абсолютно каждую серию нас душат, как вы понимаете, да? А сегодня у них не получается этого сделать, реально. Реально, пацаны, слабые, вообще не чувствуется, вообще. Я даже еду и пишу какие в чате, понимаете? Вы ваши маленькие. Ой, ребята. Они реально ничего не могут сделать, вообще ничего не могут сделать. Вообще. Не, ну как бы, ну на самом деле это просто спуск такой, понимаете, да, и все как бы. Тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Ну давай, кто там на беленькой едет? Кто там? Оба. В моей голове это должно было выглядеть по-другому. Не, я хотел типа на него наткнуться и перепрыгнуть, понимаешь? Да я вижу, что тут невидимые стены, я вижу. Ну что я с этим сделаю? Я что, их уберу сейчас, что ли, или что? Сами, вот, кстати, это они предложили такой спуск запустить, между прочим, а не мы. Так что, как бы, мы здесь вообще ни в чем не виноваты. Это выбор подписчиков был или не наш? А я сейчас даже в чате на это напишу. Да куда меня назад? Что вообще? Алло, пацаны, что я сделал вам такого, а? Ладно, развернемся, мне же не сложно, вы же понимаете, да? Опа, поехали. Тихо, 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 хорошо, хорошо, едем. Если тебе грустненько. Опа! Давай. Вдруг подвигай пузика. Я впервые вижу Толю такого радостного на спуске, понимаете, ребята, впервые вообще. Если тебе грустненько. Не, хотя бы даже ради такого можно запускать периодически такие спуски. А то только вот эти бомбежки, вот этот спот, да. А что это стало? А что там стало? А что
такое? Опа. А я вот так вот сделаю, смотри, и ничего ты мне не сделаешь. И ничего у тебя не получится. Ой! Что? Из-под похуйня! Это вы что такое там сделали, это пацаны? Какая нафиг подлодка, вы чё? Какой огромный! Тихо. Тихо. Ну куда Ребята, же? Я ну какой ветряк? Еду. Ну какой ветряк? Ну чё ты начинаешь-то? А? Просто поехали. Вот так. Все, найс, все, чекпоинт подобрали, ова, следующая машина, что у нас тут? Ой, ну на Бентли сейчас доедем быстренько. До свидания. А что, никак, ребята, да? Ой, рефьортик, а что никак, да? Мансанул чисто через всех. А кто это на беленькой машинке дрифтит такой, а? Кирюша, это ты, да? Ну только мне вверх надо. Ты на этой, что ли? Подожди. А что ты вниз-то едешь? Да, меня толкнули. А, рефьорчик. Вот как дрифтить, я понял. Опа, в дрифт пошел. Боком чисто разрулили. Давай. Что я за херовина? А где ты, Толя? Я тебя даже не вижу. Огромная белая подводная лодка. Сейчас, погоди. Дайте чекпоинт взять, ребята. Ну что вы, реально? Как чекпоинт-то тут взять? Это что за подлодка здесь? Что происходит меня вообще? Меня реально пинать начинает. А как, Толя, как ты застрял? Я не знаю, Толя, как тебе чекпоинт взять? Дайте мне чекпоинт взять, да что? Толя, тебе можешь помочь как-то, Толя, я не знаю. Блядь. Не, не хочу помогать, мучайся. Бега, это что из небес там спускается такое? Это что такое, пацаны? Нет, не меня! Ааа! Все нормально? Что это было такое? Тихо. Ребята, на пельмешка, ну ты что? Все, давай ставим. Пельмешка. Вы что там сделали, пацаны? У нас 69. Я понял. Да, Ретлик! Да все, вот теперь они против меня ополчились все. Вас, понятное дело, трое не будет, вы на подлодке, а? И все, я один остался, получается, здесь. Один в поле воин. Все, давай. Опа! Что это такое? Это что? Тихо! Стой. Да что ж? Кто на подлодке заспавнился, блин, а? Я? Ну нет, пельмень! Нет! У меня Долети! Да я же почти доехал! Перевернись! Я не хочу спускаться вниз! Да мне наверх надо! О, спасибо! Нет, стой, ё-моё, ну что такое? Поехали! Всё, ехали! О! Вырулил! Все, давай, поднимайся. Все. Давай. Все. А кто тут на подлодке запаковался, походу? О, все, чекпоинт взяли, отлично. Понял, принял, обработал. Это я что сейчас получается на подлодке? О, лечу, пацаны. Ой, нет. Ой, чувствую. Да, на подлодке лечу. Чувствую, это плохо закончится. Ой, как. А кто там на подлодке стоит? Кто там такой умный? Кто там движение заблокировал? А? Толя, ты не мог пораньше заспавниться, блин, а? Ну елки-палки, зеленый. Нет, хочу взять чекпоинт, пожалуйста. А как ты так стоишь вообще? Как ты встал? Ты вентилями чисто держишься за это. Ну вот же чекпоинт, ну давай. Кто меня назад толкает? Как я назад вообще еду? Ну ладно, еще раз попробуем. Сейчас все будет нормально, давай, я уверен. Давай. О, долетел, все нормально. Да снова кто там на подлодке, блин, такой, а? О, подожди. Может, ее кверху надо поднимать? Так сколько там подлодок застряло-то? Вы что? Пацаны, вы что прикалываетесь, а? Кто последний, ребят? Ой, кто последний? Да, очередь чистая из-под... О, кстати, смотри, да лодка почти касается чекпоинта, посмотри. А я касался, он не берет. А как ты, Толя, застреваешь так? Пожалуйста, опа, пройди. Ой, сразу две подлодки. Пожалуйста, пройди, Олег. А что, от меня тут ничего не зависит, Кирилл? От меня ничего не зависит! Олег! Блин. Ну что, застряли.
Ну все, здорово, ёб пацаны. Хотя, погоди, мой носик почти касается чекпоинта, давай! Твой носик сейчас коснется другого. Носик почти касается! Но я же ближе всех до чекпоинта, ну ё-моё! Толкайте, ребята, толкайте, давайте, пожалуйста. Вот, почти получил. Вот, давай, ещё! Ну мы почти коснулись же чекпоинта, давай! Ну давай! Немножко совсем, немножко! О! Ура! Спасибо, пацаны! Ты взял чекпоинт? Да, я взял чекпоинт, Не надо было его слушать, блядь. Он просто сказал, чтобы это самому пройти. Конечно, конечно, Толя. Слушайте, я даже третий еду, удивительно вообще, а? Я ехал третий, блядь. А вот теперь я еду третий, вот теперь я. Доедь. Опа, трехочковая, привет, Толя. Видал, как я нормально, красивенько. А как это вообще произошло, скажите? Ну все, ладно, самое главное, чекпоинт подобрали, самое главное. Все, найс, едем дальше. Пельмешка, ну что ты тут делаешь? Мне хорошо, мне вообще прекрасно, мне вообще по кайфу, пацаны, реально. Такой язычный спуск не всегда бывает, не всегда встретится, да? Подвигай пузик. Лэй, мне вот больше всего нравится, что Толя радуется, что Толя счастлив просто, а? Это самое главное, ребята, самое главное. Потому что немощные, понимаешь, как только дошло до дела, выяснилось, что подписчики-то тут немощные. Так вот, да, все, вот так вот, понимаешь, да? Я, кстати, взял следующий чекпоинт, так что мне осталось просто 9 чекпоинтов. Ой-ой-ой, на танке! Поехали! Давай! Да, блин, погнали! Ребята, блин, ну давайте, я на вас посмотрю, что вы сможете сделать против танка. Давайте, чё? Давай, чё не... Ой, блин, а чё такое? А чё, вот так прямо спускаться надо? А чё с камерой-то? Только от первого лица, походу, потому что иначе камера будет вот такой вот под углом. Ну тогда ладно, будем от первого лица проходить. Ничего не вижу, где я? Ну все, ГГ-шечка, ема! На колеса. Хорошо! Отлично! Ну просто батя, понимаете, проходят. Чисто батя едет на танке, чисто батя, ребята. Никто остановить не может, никто ничего сделать не может. Чисто легкотня вообще, чисто детский сад, понимаете, какой-то реально. Опа! И прям чётика в чекпоинт, давай, сейчас. А что с камерой, я не понимаю, что с камерой не так? Камера вышла из чата. Реально, камера просто отключилась от нас, походу, сегодня. Да, хватит меня пинать, все, дайте взять чекпоинт. Короче, подлодки, вот встаем нахер в проходе, не дай ему. Так а я-то в любом случае уже пройду, как бы, понимаешь, что ли? Я понял, не очень, да, как я понимаю. О, серьезно? На маленьком танке, серьезно? А как на нем проходить, вы что, гоните, что ли, а? Это же чисто мячик для пинания просто какой-то, и все. Ой, ну ладно, давайте попробуем. Опять, а что с камеры? Ну понятно, только чисто от первого лица походе будем проходить. Потому что вот, ребята, я переключился на третье лицо и... Это... А как? Ну чё? Как это произошло вообще сейчас? А чё происходит, ребят? Чё это такое у нас на спавне там? Там чё-то две или три подлодки багаются просто. Да. Так, где я вообще? Тихо. Так, от первого лица едем. Едем тупо от первого лица. Давай. Чисто папа танк и сын танк спускаются. Вот они. Маленький и большой. Опа, давай. Все, я еду прямо, да. Ориентируюсь чисто. Тихо, где я? Прыгни. Давай. Я вообще не контролирую это танк, а? У меня голову начинает кружить, ты чё? Тихо. А моя подлодка упала с трассы и падает на город. Тихо. Звучало реально как угроза какая-то. Это всё. Вселенская угроза. Давай. Немножко осталось, немножко. Во. Проехал! Ха! Чё, никак, ребята, да? Это чё такое? Нормально, понимаю. О, спасибо. Все, чекпоинт подобрали. Отлично, прекрасно, замечательно. Так, что, едем дальше, получается? Ну, а что? Кирюша обогнал меня, да? Ну, ничего, погоди. Погоди, ничего, Кирюша. А Толя до сих пор стоит, кайфует. Толя, куда? Тихо, ты чё? Хоть какую-то подлюку сделаю. Вот салюка какой, а? Толя просто кайфует. Толя чисто чилит стоит, отдыхает. Остановка по кайфу. Ну, поехали. Кирюха, а чё по Лутаву у нас, говори, пожалуйста? А чё куда поехал? Поехал проходить, Кирюха. Уеду, Кирюша. Ой, чё по Лутаву? Нормально, а в смысле чё по Лутаву? Чё, ты офигел, а? Ты офигел, реально! Нет, куда? О, хорошо!
Кирюша, что по лутапчику у нас, а? Понятно. Что, никак, да? Никак. Встань на колеса, встань на колеса, встань на колеса, я тебя прошу по-братски. Нет, 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 нет. Взорвись, 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 взорвись. Куда вообще еду, куда? Ты чё? Как? Как ты это сделал? Как? Олег, а чё? Ничего, Кирюша, ничего, 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 погоди, ничего, погоди, сейчас, сейчас, сейчас все будет. Дайте мне проехать. Дайте мне проехать. Да дайте проехать, пожалуйста, ребята! Да, ребята! Пошел, пошел, пошел! Пошел, 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 пошел! Редлик, отъянь! Редлик, отстань от меня! Да ёб твою задницу! Дайте проехать, дайте проехать! Дайте, Кирюша, привет! Кирюша, привет! О, ёпта, я разбогалась! Да дайте проехать мне! Кирилла, блокируйте не меня! Кирилла, блокируйте! Ну, ребята, ну вы чё, ребята? Что такое, Олег? Ну, ребята, вы чё, ребята? Да я никуда, они меня толкают, понимают? А, да? А, нет! А что сейчас толкают? Давай! Ну всё, Кирюша, сейчас будем догонять вас. Сейчас вас будем догонять. Да, блин, да что, баса, тут на спавне сколько машин вообще стоит-то, а? Сейчас, погоди, сейчас догоню, Кирюша. Не получится, понимаешь? Ой, чё меня вверху толкают? Правильно, правильно делают! Правильно, правильно делают! Толкайте, Кирюша, толкайте! Все правильно делаю, давай, сейчас, Кирюша, спущу, сейчас догоню тебя, да? Тихо, 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 ну что ты делаешь, а? Ну они меня вперед толкают. Да вот спускаюсь, Кирюша, пытаюсь спуститься, меня тут прессуют. Меня тут прессуют только так! Опа! Нет, 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 нет. Чекпоинт! Нормально. Все, поехали. Давай. Тихо, 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 тихо. Сейчас все будет. Ну да, ты что вообще пришел? Сейчас все будет. Тебе спокойно не живется? Да как у него быстрее восстанавливаются? Я Кириллу надо обогнать, наручно, что вы не понимаете. Не-н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 е. Без варика, блядь. Уехал! 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 А, все, надо догнать Кирилла, надо догнать Кирилла, догоняем, догоняем, догоняем. Ничего ты там не видишь, Кирюша, ничего ты там не видишь. Ты что в чате написал? Ты офигел? Это что такое? У нас должна быть честная борьба. Я не буду финиш брать, я бы уже его взял, понимаешь? Да, да, конечно. Я уже тебя тут перекрываю. Давайте, ребята, посмотрим, что вы сделаете. Давайте, сейчас по одному и второму взрывать будем. Давайте, посмотрим, что вы сделаете. О, а я знаю, что я сейчас делаю. Мы ставни просто активировали, и все. Ух, нифига! Ема! Да лечу! Нормально! А что со мной происходит? Привет, Кирилл. Ой, Олег, что со мной происходит? Куда как я прям, лечу? Ставни выпустил, куда? Да? Нет, нет, стой, стой, стой. Да, ставни выпустил. А, как их на что выпускать? На H. На H надо их выпускать. А, что вы не остановили-то его? Опа, Кирюша, опа. Да я специально вставлю. Опа, Кирюша, ну все, финишировал, найс. Ну что, друзья, вот такой вот спуск сегодня у нас на самом деле язычный был, но он был достаточно, на самом деле, долгим, 30 минут, так что, как бы, в принципе, нормально. Я надеюсь, вам понравилась серия, поставили свой лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе, Толя Следующий, Кирюша Варпач и наши подписчики. Все были ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока, друзья!